Всем привет! Последний день уходящего года. Команда проекта «А завтра первое», конечно же, хочет рассказать вам, чем же он запомнится. Сегодня вспомним самые интересные и актуальные события нашей корпоративной жизни за последние 12 месяцев. Так что привет, оливье и мандарины! Мы начинаем! Первый месяц года «Тигра» в нашей компании был посвящен медведям. Конечно же, речь о наших арктических хулиганах. В январе наконец-то благополучно завершилась, без преувеличения, эпопея Хары и Саве. Напомним, началась история еще в декабре 2021, а в начале 2022 белых пирожочков повторно эвакуировали с харасавейского месторождения. Медвежат еще раз прокатили на вертолете, на этот раз до национального парка Гданьск. Верим и надеемся, что у этих ребят все хорошо. Главное, они на свободе и обязательно в наших сердцах. Без них уже никак. В марте наши школьники отправились в первый экологический лагерь «Газпрома». Полвека исполнилось газовому факелу «Медвежьего». Больше стала семья компании. Зону ответственности Медвежинского газопромыслового управления перешел уникальный объект – цех дожимных компрессорных станций. Он призван продлить производственную жизнь медвежки. Как говорится, мы им еще покажем. Еще одно событие марта. Запуск проекта «От чистого сердца из Арктики». Коллектив нашей компании инициировал его для поддержки беженцев. Разовой акцией мы не ограничились. Провели 3 масштабных сбора, передали адресатам более 32 тонн гумпомощи. И по сей день оказываем содействие пункту временного размещения вынужденных переселенцев и нашим солдатам. Благотворительная инициатива стала финалистом международной премии «Мы вместе», а еще показала, что милосердию нет ни географических, ни каких-либо других границ. А еще весной у нас был корпоративный молодежный форум, большой фестиваль и автогонки в Пангодах. 25 лет эксплуатации отметил Емсовей. Мы дружно ждали 1 июня, чтобы запустить фонтан, но у ямальской погоды были другие планы. Большой праздник состоялся 8 июня. В Надыме открыли зону отдыха «Северное сияние». Напомним, это подарок городу по случаю 50-летия компании. И он получился замечательным. В июле наши производственники стойко прошли пик ППР и проводили несколько тысяч оленей к Карскому морю. В следующем месяце спортсмены компании отправились на спартакиаду ПАО «Газпром», а в Надыме по традиции встречали губернатора региона. Дмитрий Андреевич зашел в гости в наш экопарк и на фонтан. Но сами понимаете, август, погода, да и статус главы округа. В общем, с купанием не получилось, но не перестаем верить и надеяться. В первый месяц осени мы встретили золотой юбилей Надыма, правда, под дождем, но получилось душевно, ну и был торт. А еще в сентябре отмечали наш профессиональный праздник. В честь него компания сделала необычный подарок работникам. 50 счастливчиков отправились в улетный тур на Баваненково. На один день туристы погрузились в вахтовые будни. Побывали на кусте скважин и газовом промысле, общежитиях баваненковцев и вкусили блюда в местной столовой. Кстати, летели одним рейсом с Валерией и спели вместе с ней песни. Ну а куда ей было деться? Не выпрыгивать же из самолета. В октябре первое десятилетие эксплуатации отметило Баваненковское месторождение. Конечно же, мы поздравляли работников флагмана компании, который, кстати, год назад стал лидером по добыче в «Газпроме». То ли еще будет. Верим и надеемся. Душевным стал ноябрь. Наши коллеги подали заявки в Национальный регистр доноров костного мозга. В Надыме прошел форум «Арктика добра». Это масштабное мероприятие объединило 100 корпоративных добровольцев из нашего региона, Югры и Тюмени. 2 дня они учились, развивались, общались и занимались добрыми делами. Волонтерский движ инициировала наша компания. А вот и декабрь. Нашей компании 51 год. Юбилейному месторождению 30 лет. У нас классные новогодние подарки от Хары и Савы и по традиции праздничные сюрпризы для маленьких жителей территории присутствия. Отличное завершение хорошего года.
который, кстати, порадовал достижениями. Бронза на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, награды фестиваля труда ПАО «Газпром», победы на всероссийских конкурсах профмастерства, призовые места факела, коллективный договор в тройке лидеров и звание лучшего экопредприятия Надымского района. Да и нам есть чем гордиться. Хорошо показали себя на корпоративном конкурсе служб по связям с общественностью и СМИ. То ли еще будет. Верим и надеемся. Вот так мы прожили этот год. Насыщенно, ярко, эмоционально. Думаю, в следующем нас точно ждут классные события и достижения. Команда проекта «А завтра первое» желает всем душевного тепла, крепкого здоровья и, конечно же, исполнения желаний. С Новым годом! До свидания в 2022 году!